Что такое сон? Большая часть снов, почти 90% из них, это просто невоплощенное желание. Потому что у вас нет над ними контроля. Не вы играете с желаниями. Желания играют с вами. Вы желаете все, что видите, не так ли? Вы не можете сказать: «Я буду желать это, но не буду желать то». Ваш ум просто устремляется за всем, что вы видите. Возможно, вы не станете действовать, но в этот момент вы подумаете: «Хотел бы я, чтобы у меня было это». Если все то, чего вы желали до сих пор, будет ждать вас, когда вы придете домой сегодня в 5:30, то для вас это будет слишком. Все вещи и люди, все, чего вы когда-либо желали в своей жизни, если все это будет ждать вас дома, разве вы сможете там жить? Сможете? Нет. Разве это не прекрасно, что ваши желания не сбылись? Все они никогда не могут быть воплощены в жизнь, потому что вы бесконечно чего-то желаете. Это вне вашего контроля. Но это необходимо проработать. Потому что как только вы начинаете желать чего-то, вы вкладываете определенное количество энергии в этом направлении. Вам необходимо это понять. Если сейчас я скажу: «Я хочу этот прожектор», то сразу же определенное количество моей энергии будет вложено в это желание. Потом я забуду про него и скажу: «О, я хочу камеру». Я вкладываю определенное количество сюда, но предыдущее желание все еще продолжается. Возможно, я этого не осознаю, но то желание еще существует. За день вы проделываете это сотни разных вещей. Вы распыляетесь. Вы настолько распылены, что ум без остановки просто продолжает воспроизводить мысли. Потому что вы постоянно разбрасываете энергию в разных направлениях. Энергия не двигается в каком-то одном направлении. Замечали ли вы, что в какой-то период жизни, если у вас было сильное желание по отношению к чему-то определенному, если вы создавали в себе сильное желание, направленное на что-то, в это время все остальное для вас просто исчезало? Вы это замечали? Да? Вы вкладываетесь в одно направление, и внезапно все другие мысли просто исчезают. Так что вы видите сны просто потому, что ваш ум постоянно занят желаниями. И все они никогда не смогут быть воплощены. И вы работаете сверхурочно, ночью, воплощая их как фантазии. Да, у желаний есть другие измерения, но они очень незначительны. Если такое произойдет с кем-то, мы с этим справимся. Нам не нужно беспокоить всех вокруг такими снами. Желание — это просто бесплатное кино. Наслаждайтесь. Будь это фильм ужасов, романтическая комедия или триллер, просто наслаждайтесь фильмом. В чем проблема? Вам бесплатно показывают кино. Для подробной информации посетите сайт www.ishafoundation.org.